Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Будет ли найден убийца Мирьем? Мурат бросит Айлин. Каким будет конец Медины? Все это и многое другое теперь в нашем видео. Если вы хотите, чтобы Мурат узнал, что произошло, и оставил Айлин с Мединой, не забудьте поделиться, поставить лайк и прокомментировать наше видео. Хотя Медина очень любит Нила и заботится о Ниле как о собственном ребенке, к сожалению, ее отношения с Айлин не очень хорошие. Как вы знаете, Медин застал Айлин целующейся с кем-то другим. С этого момента Айлин пыталась найти оправдание и отослать Медина подальше от дома. Наконец, он хотел оклеветать Медину и прогнать его из дома. Однако Медина понял, что происходит, и сумел избавиться от этой клеветы. Однако Айлин была полна решимости отправить Медину подальше от дома. Когда Медин рассказала Хэрие о том, что произошло, Хэрие снова сделала то же самое, взяла Медину за руку, встала перед Муратом и рассказала Мурату все, что произошло. Мурат очень рассердится на услышанное и уйдет вместе с Айлин. Из-за этой ситуации Айлин немедленно выгонит Медина из дома. Тем временем Шермин искала новую няню для дочери. Они наймут Медину няней для Нисан после того, как она уйдет из дома. Кроме того, Шермин находит на компьютере Кинана тайно сделанное изображение Мирием. Теперь станет известна ситуация Кинана с Мирием. Особенно когда Кахраман работал водителем Кинана, он давил на Кинана вопросами, которые тот задавал, и информацией, которую он давал. Когда Кахраман придет рассказать ситуацию Илгулю, Илгуль скажет Кахраману, что ее брат невиновен. Однако Кахраман заявил, что нашел виновника в своем уме. Посмотрим, нашел ли он того человека. Похоже, Медине не удастся выбраться из передряги. В первый день, когда он смотрит на Нисана, он находит Шермина с травмой головы. Если Шермин мертв, вероятность того, что убийцей окажется Кинан, возрастает. Все стрелы будут направлены против Ханаана. С другой стороны, Мюрат захочет вернуть Медину, поскольку понимает ее уход из дома. Однако, пока Айлин дома, Медине кажется немного трудным вернуться в этот дом. Итак, Мурат продолжит оставаться с Айлин. Оставит ли он своего ребенка Нила с Айлин? Или он найдет Медину и доверит Медине Нил? Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. Пока.